Мне навязывали дополнительно страхование жизни, кроме ОСАГО, плюс техосмотр. Я отказался, а они отказались меня оформлять. Ситуация сейчас на дорогах сложилась так, что большинство аварий происходит со смертельным исходом и с трагическими, значит, ситуациями. Поэтому Росгострах предлагает, кроме страхования ОСАГО, застраховать свою жизнь. Мы не отказываем в страховании автомобиля, мы предлагаем просто застраховать жизнь.